Добрый вечер, жители Украины, в будущем окраины Руси. Хочу обратиться к правосекам. Вы так часто зачищаете Краматорск и меняете флаги. Вот, они зачищают нас каждый день, говорят по телевизору. Это неправда, это просто... СМИ дают ту информацию, которую хотела бы слышать Америка от них. Вот. И плюс ко всему, опять же, обманывают всех. И заставляют других людей, которые хотят мира на земле, бояться того, что эти правосеки все-таки где-то что-то зачищают. Граждане правосеки, ныне наши враги, можете приехать сюда к нам, зачистить наш город от мусора. Ибо дворники у нас не справляются. Вот. Это раз. И все-таки лучше вы сдайтесь, и все-таки приедьте, и почистите город наш от мусора. Потому что больше вам ничего не доверят делать. Ни будущее правительство, не нынешнее правительство Украины, которое вас обманывает ежечасно. Обещает вам, наверное, деньги платить. Ну, тогда можете кормить их ДЭЗа и питаться, но долго это не получится. Потому что нам нужна Киевская Русь, а вам деньги. Чем больше вы будете обманывать эту власть этими неправдивыми высказывание о зачистке Краматорска, вот, тем больше вы будете получать от них денег. Ага. Хватит, нам жить надо. Считайте деньги где-нибудь в другом месте.